Время бизнес-новостей на канале Кубань-24. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, когда подешевеют кредиты для бизнеса и почему туристы предпочитают Сочи Крыму. Без единого кредита проживем. Половина российских предпринимателей работают, не привлекая банковские займы. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса руководителей малых и средних предприятий. Исследования проводили представители банка вместе с Национальным агентством финансовых исследований и обществом «Деловая Россия». Среди 1500 опрошенных бизнесменов только треть пользуется банковскими судами или собирается взять кредит. Лизинг и факторинг тоже не пользуются спросом среди наших соотечественников. Основная причина низкого спроса на кредиты в России – высокие проценты. По данным банковских аналитиков, в первом квартале этого года средняя цена кредита чуть больше 18% годовых, а в том же периоде прошлого года ставка была и того выше – более 20%. Российские предприниматели не готовы пользоваться такими дорогими деньгами. Только каждый пятый участник опроса обращался в банк за последние полгода. При этом почти половина респондентов считают, что в ближайшее время средства не станут доступнее, и только пятая часть опрошенных верит в улучшение ситуации. Региональные представительства банков не подтверждают общероссийскую тенденцию. Некоторые отмечают рост спроса на бизнес-кредиты. Сравнивать объемы первых кварталов 2015-2016 года может быть не совсем корректно, так как первый квартал прошлого года он для малого бизнеса был периодом шока, и многие банки в связи с дефицитом ресурсов, высокой стоимостью денег на рынке кредит давать перестали. Ставки по кредитам вполне могут измениться в меньшую сторону, поскольку в этом году еще возможен пересмотр ключевой ставки Центробанка, которая, соответственно, привязана к стоимости фондирования, и, соответственно, упадут ставки по депозитам и будут снижены несколько ставки по кредитам. Это вполне может быть. Банки в Краснодарском крае ощущают стабильный спрос и рассчитывают, что он сохранится до конца года. К этому моменту компании максимально приспособятся к новым условиям. Снять санкции как можно скорее. С таким призывом премьер-министр Саксонии обратился к правительству Германии. Он настойчиво предлагает направить усилия на прекращение ограничений. Политик настаивает, что Россия для Евросоюза важный торговый партнер, которого не стоит терять в долгосрочной перспективе. Аналогичное мнение озвучил министр экономики другого немецкого региона. Он считает, что страны нуждаются в друг друге, и сотрудничество идет на пользу обеим сторонам. По мнению представителя Германии, должно быть возможно пошаговое ослабление санкций. Напомню, что ограничения в адрес России со стороны стран Евросоюза действуют с 2014 года. В ответ правительство нашей страны ввело продуктовое эмбарго, которое после очередного продления действует до 5 августа этого года. Тем временем многие производители переживают, что отмена санкций ударит по их бизнесу. Но эксперты уверены, что такой опасности нет, если не сбавлять темп и осваивать новые технологии и рынки. Где санкции, там импортозамещение. В нашей стране оно набирает масштабы и скоро распространится и на игрушки. В планы по вытеснению зарубежных товаров российское правительство планирует включить производство игрушек. Через 3 месяца правительство намерено разработать меры, которые бы стимулировали закупки у российских производителей товаров для наших маленьких соотечественников. К концу этого года Роспотребнадзор и заинтересованные органы должны подготовить доклад о результатах исследования и анализа ввоза в Россию товаров для детей, в том числе питания. К тому же сроку правительство ждет доклад о результатах мониторинга качества и безопасности продуктов для малышей. Российские туристы предпочитают Сочи Крыму из-за сервиса. Те, кто раньше ездил на отдых в Турцию или Египет, не готовы выбирать Крымский полуостров для регулярного отдыха, пишет Коммерсант. Летом прошлого года он был самым востребованным направлением путешествий внутри страны. Однако в этом году спад интереса фиксируют и продавцы авиабилетов, и туроператоры. Инфраструктура региона пока оставляет желать лучшего, и это обстоятельство только на руку морским курортам нашего края. По многим категориям Кубань может похвастаться уровнем сервиса, сопоставимым с заграничным. Помимо Сочи выросла популярность и Анапы, и Геленджика. Центробанк продолжает давить на иностранную валюту. Доллар подешевел до 64 рублей и 89 копеек. Новый курс евро – 73 рубля и 45 копеек. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.